понедельник, 9 августа, в избирательной комиссии Тверской области губернатор Игорь Руденя получил удостоверение зарегистрированного кандидата от партии «Единая Россия» на выборы высшего должностного лица региона. Также удостоверения кандидатов были вручены советнику президента страны Владимиру Васильеву и руководителю Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлии Сарановой. Все подробности в материале нашей съемочной группы. Комментируя процедуру получения удостоверения зарегистрированного кандидата от партии «Единая Россия» на выборы губернатора Тверской области, Игорь Руденя в первую очередь поблагодарил всех жителей региона, которые оказали свою поддержку. Для того, чтобы получить статус кандидата, необходимо было набрать определенное количество подписей, что и было сделано в рамках подготовки к предвыборной кампании этого года. На первом этапе вот такой уровень доверия уже показывает, что нам необходимо очень внимательно относиться к всем наказам граждан, к тому, что граждане, наши жители хотели бы улучшить, изменить на территории нашего региона. Все наказы и пожелания со стороны жителей в настоящее время собираются и тщательно фиксируются. В будущем они составят основу так называемой народной программы партии «Единая Россия». Разработка документа сейчас в самом разгаре. Как отметил советник президента страны Владимир Васильев, многое уже сделано, многое еще предстоит. Сейчас я вот вижу, и мне это, честно говоря, нравится, я это не знаю, заметно или нет, уделяю внимание. Это энергия улиц, это энергия дворов, это энергия площадей. Вот как нам это все собрать? И у нас есть конкуренты, которые на этом поле преуспевают. Но нас, я думаю, отличает ровно то, о чем уже говорилось. Это программа. Можем ставить эти задачи. И самое главное, у нас есть практика этих решений. Есть практика. Решением этих и других задач будет заниматься команда партии «Единая Россия», в составе которой есть как опытные, известные политики, так и новые лица. Причем касается это как федерального, так и регионального уровня. Не исключение и Тверская область. В числе кандидатов в депутаты Государственной Думы от Верхневолжья руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова, которая в своей работе в первую очередь намерена уделять внимание социальной сфере. Она для меня, ну, конечно же, очень такая... Лично, и я давно в этой сфере тоже работаю. Ну и, конечно, здорово, что программа, народная программа партии «Единая Россия» будет формироваться на основе предложений жителей и таких экспертных сообществ, как общественная организация. Также в этот день кандидаты посетили первый в Твери штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Он начал работу по адресу Советская, 19. По сути, это общественная приемная, куда может обратиться каждый житель Верхневолжья со своими предложениями или проблемами. Штаб работает ежедневно с 10 до 18 часов.